О, да! О, авантюрист! Пустоши и впрямь зудки! Ну что? Тебе это обязательно было говорить? Я просто пытаюсь создать атмосферу и правильное настроение. Да, но мы ведь знаем, что мы в пустошах. Мы и так видим, что здесь жутко. Ты можешь просто заткнуться? О, авантюрист! Гляди в оба и помни, что мы здесь, чтобы вернуть рубиновый кулон. Он и так знает, что ему делать. Он же знает квест. Я просто мягко намекаю ему. Вовсе нет, ты давишь на него. Ему не нужно, чтобы ты вел его за ручку. Ты удивишься, но нужно. О, авантюрист. Не-не-не, не снимай. Я понимаю, что нам приходится выполнять вместе этот дурацкий квест на сопровождение, но можешь не позорить меня, Фред. Я просто делаю свою работу. Слушай, я очень за него извиняюсь. Он просто тот еще неудачник. А можно так не делать? Ты о чем? Может не настраивать его против меня? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты знаешь, насколько он впечатлительный. О, мой дорогой, нет, дорогой, слушай. Он просто невероятно глупый, бородатый имбецил. Так что не волнуйся насчет него. О, авантюрист, гляди в оба. Ты что это делаешь? Что? Мы заобсуждали это. Никаких хилисик фруктов перед битвой. Ой, да это просто небольшой подарок. Все будет хорошо. Ты запоришь весь квест. У него портится статы здоровья. Он ведь и мой авантюрист. А, ну да, отлично. И посмотри, что ты наделал. Нет, милый, подожди. Погоди, погоди, вернись. О, не делай этого, нет, авантюрист, оставь курочку в покое, мы же не хотим обидеть курочку. О, авантюрист, ты посмотри, следы орков. Авантюрист, мне кажется, что орки на самом деле пошли сюда, а еще я видела немного золота и особо редкие предметы, давай же, пойдем. О, авантюрист, орки уходят. Авантюрист, я там видела маленького зайчика. Я позволю тебе вести меня, кто хочет быть большим мальчиком? Забудь про него, авантюрист, пойдем веселее. Авантюрист! Я сейчас досчитаю до трех, и ты должен пойти со мной, мистер! Один! Ой, он такой грубиян, правда же? Да, иди сюда, авантюрист! Два! Авантюрист, нам сюда, там есть хилищи и фрукты, твои любимые, пойдем! Пошли, авантюрист! Идем со мной, авантюрист! Нет, со мной, авантюрист! Нам сюда, есть специальный перк, не быть жалким торговцем фруктов, и ты наверняка очень хочешь получить его! Ах так? Я не думаю, что тебе бы понравилось в той стороне, авантюрист, ведь там ждет тебя злющая ведьма! А в той стороне отвратительный мелкий тролль! А может, этот отвратительный мелкий тролль, потому что его прокляла эта ведьма? Ах, вот оно что! Да, да, вот именно! Вот так, да? Значит, вот так ты заговорил! Да, да, вот так, так, значит, да, да, вот так, так вот! Просто давай! Отлично! Так кого же ты выберешь, авантюрист? Куда он делся? Авантюрист? Вот дерьмо! Ну и как нам искать твоего авантюриста? Моего авантюриста? Да? Ты что, издеваешься? Ну это за твой квест! Да это же ты все испортил! Я пытаюсь помочь тебе! Я помогаю! Я пытаюсь помочь! Ты не помогаешь мне! Нехороший мальчик! Ты вообще не помогаешь!